Для того, чтобы избежать путаниц при использовании указателя с ключевым словом const, можно следовать следующему правилу, что ключевое слово const делает неизменяемым тип, который находится слева от него. Давайте рассмотрим данное правило на следующем примере. Пусть у нас определена целочисленная переменная, и также определена переменная типа указатель, который хранит адрес этой переменной. Мы будем определять указатель на указатель на int. Если мы используем ключевое слово const сразу же после имени типа, после имени типа int, то в данном случае определится указатель на константное значение типа int. То есть ключевое слово const сделает константным непосредственно значение типа int. Если мы укажем ключевое слово const между двумя звездочками, то константным станет значение типа int звездочка. То есть то, что мы определим, будет указателем на константный, указатель на int. Это значит, что в данном случае мы не сможем менять то значение, на которое указывает указатель p2. Но указатель p2 указывает на значение типа указатель на int, то есть мы не сможем через p2 поменять значение p. И третий вариант, если мы укажем слово const справа, слева у нас останется int звездочка-звездочка, и таким образом мы определим константный указатель на int. То есть мы у p3 не сможем поменять значение, то есть перенаправить его на какой-то другой указатель, но при этом сможем менять то значение, на которое он указывает, и более того, сможем менять то значение, на которое указывает тот указатель, на который он указывает.